Рецепт очень простой и быстрый. Обязательно приготовьте этот ликер. Он пригодится нам в дальнейшем в качестве добавки в других рецептах приготовления тортов и десертов. Бейлис также можно добавлять в капучино, в кофе, использовать как топпинг для мороженого. Купить такой ликер в оригинале не каждому по карману. А приготовить Бейлис своими руками, используя этот простой рецепт, сможет каждый. Минимум ингредиентов, и Бейлис готов. Он практически не отличается от магазинного, но по цене в несколько раз бюджетнее. А для приготовления нам понадобится 3 чайные ложки растворимого кофе, 200 граммов сливок. Я взяла сливки жирностью 33%. Чем жирнее сливки, тем вкуснее получается ликер. 200 граммов сгущенного молока, 250 граммов водки. Для большего сходства с оригиналом можно использовать коньяк или виски. И 1 грамм кристаллического ванилина или 5 граммов ванильного сахара. Для начала заливаем растворимый кофе небольшим количеством водки. Перемешиваем и пока отставляем в сторону. Нужно, чтобы он полностью растворился. Вливаем охлажденные сливки в глубокую емкость. В сливки всыпаем ванилин или ванильный сахар и взбиваем миксером в течение 5 минут. Добавляем сгущенку и перемешиваем на небольших оборотах 1-2 минуты до однородности. Добавляем растворившийся кофе и снова перемешиваем до однородности на небольших оборотах. Вливаем водку и хорошо перемешиваем. Готовый Бейлис переливаем в подходящую бутылку и оставляем на 48 часов. Он получается достаточно густым, с ярким кофейным ароматом. Прошло 48 часов, Бейлис полностью готов. Можно продегустировать. Бейлис очень хорошо сочетается с клубникой, бананами, сливочным сыром, мороженым, орехами, с любыми десертами и сладкими закусками. Очень хорошо этот напиток сочетается с десертом тирамису. Есть много рецептов приготовления этого популярного ликера. Со временем на канале появятся и другие версии его приготовления, и вы сможете выбирать наиболее подходящий для вас вариант. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать интересные видео. Ну а на сегодня у меня все. Увидимся в следующих видео.